вами Николай Пивненко в проекте «Дата». Сегодня 1 сентября, естественно, День знаний, который, между прочим, широко отмечается в нашей стране, начиная с 1984 года. Дело в том, что в царской России не было единой даты начала учебного года. В сельской местности могли приступить к учебе только поздней осенью, а то и вообще с 1 декабря, когда на полях все уже было убрано. В городах гимназистов собирали еще в середине августа. Ну а советская власть, как известно, установила единый день 1 сентября, а заодно определила, сколько должен продолжаться учебный год. Официального праздника, под которым мы понимаем нерабочий день, в календаре не было, нет и, судя по всему, не будет. Родителям первоклашек и в 21 веке приходится отпрашиваться на несколько часов с работы или брать отгул, чтобы провести с ребенком столь важный день. Но особенно популярным он стал в начале 80-х годов прошлого века. Сегодня Всемирный день мира. В этот день, в 1939 году, с польской кампанией вермахта начинается самая кровопролитная в истории человечества Вторая мировая война. Всего в ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент, в которых проживало 80% населения земного шара. Также сегодня в России отмечается День государственности Кабардино-Балкарской республики. Ну а теперь о родившихся в этот день. 1 сентября 1875 год. В этот мир приходит Эдгар Берроуз, американский писатель, который получил большую популярность благодаря серии книг о Тарзане и Джонни Картере. Всего Берроуз написал 11 романов марсианского цикла и 26 романов о Тарзане. 1896 год. В этот мир приходит Бхактивиданта, индийский религиозный деятель и писатель, который основал в 1965 году Международное общество сознания Кришны, более известное как движение Харе Кришна. Барри Джипп родился в 1946-м, британский певец, композитор и продюсер. Он участник культового поп-трио Биджиз, командор ордена Британской империи. Рут Гуллит родился в 1962-м, голландский футболист, родом с Суринама, обладатель золотого мяча, лучшему игроку Европы 1987 года. Был капитаном голландской сборной, которая стала чемпионом Европы в 1988-м. Ну а теперь некоторые события этого дня. 1 сентября 325 года на Первом Вселенском соборе, который был создан императором Константином I и продолжался более 2 месяцев, принято решение перенести начало Нового года с 1 марта на 1 сентября. Ну, как мы с вами знаем, со временем с 1 сентября Новый год переедет на 1 января, но это будет чуть позже. 1581 год. Начинается завоевание Сибири. Ермак собирает отряд, примерно 840 казаков, с которым весной следующего года он достигнет владений хана Кутюма. Начинается завоевание Сибири. 1756 год. В конце августа прусская армия под командованием Фридриха II вторгается в Саксонию. Начинается так называемая Семилетняя война. Причина ее – борьба за господство в Центральной Европе. Австрия, Франция, Россия, Швеция и Саксония, боясь растущей мощи Пруссии, объединились против Берлина. Пруссия, в свою очередь, вступила в союз с Англией, которая стремилась избавиться от контроля Франции над морями и стать господствующей колониальной державой. Именно в этот день Елизавета Петровна, императрица, объявляет Пруссии войну. Для России же Северная война создает предпосылки роста ее политического влияния, военного могущества и территориального расширения в последующие десятилетия. 1859 год. В США построен прообраз пульмановского спального вагона British Pullman, который получил свое название в честь американца Джорджа Мортимера Пульмана. В 1864 Джордж сконструировал вагон «Пионер», первый железнодорожный, созданный для истинного комфорта пассажиров. Ну а мы с вами до сих пор помним знаменитые ГДРовские пассажирские вагоны. 1952 год. Американский журнал Life полностью напечатал повесть «Старик и море» американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Успех превосходит все возможные ожидания. За 48 часов тираж распродается и составляет 5 318 655 номеров. Есть вот такая конкретная цифра. Критика поет дифирамбы.
1953 год. В Москве на Ленинских горах открыто главное здание МГУ. Тогда оно стало самым высоким административно-жилым зданием столицы. Высота 183,2 метра, а со шпилем целых 240 метров. 1964 год. По второй программе центрального телевидения идет первая в истории программа «Спокойной ночи, малыши». Идея появилась после того, как главный редактор редакции программ для детей и юношества Валентина Федорова посетила ГДР, где увидела мультфильм о песочном человечке. В создании программы принимали участие Александр Курлянский, Эдуард Успенский и другие. Первые выпуски были исполнены в виде картинок с закадровым текстом. Затем появились кукольные спектакли и небольшие пьесы, в которых играли профессиональные артисты московских театров. Ну а позднее появляются знаменитые пес Филя, зайка Степашка и всеми любимый поросенок Хрюша. Ну а ведущими становятся популярные дикторы центрального телевидения. Наибольшую популярность передача завоевала в первой половине 70-х годов в наше время. 1969 год. Полковник Муаммар Каддафи, возглавивший военный путь, свергает короля Ливии Идриса I и провозглашает Ливийскую Арабскую Республику, став председателем Совета революционного командования Ливии. 1969 рождается группа «Песняры». История легендарного коллектива начинается в 65-м, когда армейская служба сводит четырех музыкантов – Владимира Мулявина, Леонида Тышко, Владислава Мисевича и Валерия Яшкина. Они объединяются в вокально-инструментальный ансамбль «Лявоны». Художественным руководителем с момента его образования и до своей смерти в 2003 году становится Владимир Мулявин. Новое же название «Песняры» появляется чуть позже. 1985 год. Американско-французская экспедиция на глубине около 4000 метров обнаруживает обломки затонувшего после столкновения с айсбергом в 1912 году лайнера «Титаник». С тех пор поднято около 5000 артефактов, обнаруженных среди обломков «Титаника». У останков лайнера побывало множество подводных лодок, доставлявших туда туристов. О печально известном пароходе написаны десятки книг, сотни статей и очерков, поставлено несколько знаменитых фильмов. Ну а в 1912 году в результате катастрофы тогда погибли почти 1500 человек, спаслись 700. Машинная команда погибла полностью. Еще одна трагедия. 2004 год. В Беслане 1 сентября боевики захватывают среднюю школу номер 1. В течение 2,5 дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников, преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы. Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, 783 получили ранения разной степени тяжести. Но еще одно событие этого дня. 1 сентября 1983 год. В половине второго ночи по местному времени в воздушном пространстве Советского Союза у берегов Камчатки обнаружен неизвестный самолет. Он идет прямо на важнейшую базу стратегических ядерных сил СССР. Вот советская версия трагедии. Не отвечая на запросы советских диспетчерских служб и самолетов противовоздушной обороны, самолет-нарушитель пересекает Камчатку, пролетев в 80 километрах севернее Петропавловска-Камчатского и уходит в сторону Охотского моря. В 3 часа 5 минут ночи таинственный самолет вновь оказался в воздушном пространстве страны у берегов Сахалина, продолжая полет в сторону Японского моря. В воздух один за другим поднимаются около 10 советских истребителей, перехватчиков. Они преследуют нарушителя над Камчаткой и Сахалином. В 3:26, за 3-4 минуты до того, как самолет-нарушитель должен был покинуть воздушное пространство СССР, он был сбит над Татарским проливом двумя ракетами истребителя Су-15. Версия западных стран. Плохой Советский Союз сбил мирный Боинг. По данным же расследования, проведенного Международной организацией гражданской авиации, впоследствии подтвержденным информацией с черных ящиков, экипаж неправильно настроил автопилот, а в дальнейшем не выполнял ручных проверок текущих координат, положившись на автоматику. Получается человеческая трагедия, помноженная на эпоху холодной войны. Но мне кажется, что точку в этой истории ставить еще рановато. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».